Стрелка ДВ. Мощные уличные бои. Друзья, уникальная пара. Бойцы из толпы, которые решили выйти и проявить себя. Лохотин Максим и Кириллов Руслан. Ну что, брат, как дела? Все хорошо. Выступаю сегодня сугубо лично для себя. В том году пообещал выйти в это выше. Как-то так. Слушай, ну получается, красавчик, мужчина сказал, мужчина сделал. Вот это суета, друзья, просто. Вышел с пакетиком по магазину, а и выскочил. Подерусь. Всех приветствую. На самом деле много говорить не буду. Покажем бой. Где уйдем, разойдемся. Руки пожмем. Будет позитивный настрой, друзья. Разница между бойцами 10 килограмм. Практически бойцы в абсолютке. Итак, боец готов. Всем внимание на песок. Бой. Файт. Друзья, вот это эмоции! Друзья, дайте шуму! Давай, сразится! Стрелка, давай! Друзья, что за бой? На него, давай! На него, Максим, давай, вытащи так! Стой! Голову вытащи! Одни вторую ногу! Вытащи! Вытащи вторую ногу! Друзья, аплодисменты бойцам! Продолжаем! Друзья, это было вообще напряжно, я чуть не умер, блин, забывал дышать. Что за бой? Парни из толпы решили вылететь по разам. Дайте аплодисменты этим мужчинам! Вау! Друзья, не уходим с ринга, не забывайте подарки от наших партнеров. Пожалуйста, девчонки. Да, конечно. Друзья, ну вы просто показали зрелищный бой. Разница веса у вас составляла 10 килограмм, там, плюс-минус. Ребят, я не математик. Водичка, кто нам просил? Смотрите, экспресс, курьер. Друзья, просто, что за бои? Я офигаю, что не бой, просто, что тут хайлайт. Пацаны, ну что скажете? Выносливость чуть не хватило. Чё? Меньше бурточей, больше бегать. Все, заезжаемся на следующую стрелку. Пацаны, вообще молодцы. А, тогда еще раз, два. Что скажу? Хочу передать привет бате и матушке. Красава! Ничего не скажу. Я число больше дня! Блин, офигенно, друзья! Ждем вас на следующей стрелке!
Ничего, еще забились, пацаны.